Фуриона, Фурион мансит. Боже, какие-то вообще мувы непонятные. Ликан не фармит, он просто бегает туда-сюда, добивает пенька. Добьет еще крипа, не, не добивает крипа, но фармит, пытается фармить. Блин, убивают тем временем. Размены опять идут, есть стики у Лешарка, Лешарк пожимает стики, до конца Лешарк бьет, просто до конца бил. Второй скилл сейчас откатится, Лешарк может застанет, станет, хорошо. Надо добить еще тысячку дать, хорошо, даблкил от Шейкера, и Шейкер может выйти в быстрый, блин, даггер. Это хорошо. Бейн погибает, тут вообще это такие перетяжки, шок-контент. СФ просто в салат, кстати, выиграет линию. СФ перетягивается, сейчас начнется экшен. Это будет минус, скорее всего. Фурион, Фурион, лоу хп, его надо добивать. Бейн просто. Так, на кого предикт? Предикт на Сириусов. Это на силы света. Хороший хослэм. Шикарнейший хослэм. Можно продолжать. Живет, как же живет Лишак. А у нас драка. Разор пожимает БКП, умирает, по-моему, Бейн. Бейн и Слип юзает, умирает Морфлинг опять. А, Морфлинг еще не возвратился после того момента. Стоунгейс подфит небольшой. Это... Сириусов? Уже идет Морф. Идет он разрывать, Медузу контрят, Медуза, 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 Финсгрип стоит, просто вяжет, сбивает все-таки Финсгрип, но нет маны у него, можно, ого, вяжет, шикарно, Морф играет, просто превратился в Эмбера, связал почти всех, ну может погибнуть здесь, Морфлинг, Морфлинг погибает, даблкил, минус 5, хотел написать. Так, у нас начинается файт, Морфи дает адаптив страйк, горит Медуза, вяжет Медузу, Медуза цепляет все-таки на стоунгейзе. Но БКП есть уже Морфа, Морф просто пробивает Медузу. Медузу, на Медузу смотрим, Медуза погибает. Так сделал даблкил Морф. Хорошо, на тоненького играет Морфецкий, превращается назад. Киллинг спри